Мої вітання, ви дивитесь ITV. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з правозахисником, головою міської організації партії «За життя» Олександром Соколовим. Вітаємо вас, пане Олександре, в нашій студії. Ну що ж, в Сумах триває тарифна боротьба. Минулого тижня сумчани вийшли на мітинг, обговорювали тарифи за круглим столом з вами, з міським головою, та почалося судове засідання за вашим позовом до Суми Теплоенерго і міської ради. А днями відбудеться чергова зустріч активістів з мером та тепловиками. Ви відверто ще сподіваєтеся виграти цей бій? Ну, я би хотів ще доповнити, є БСК проведена на теплоенерго. А взагалі, я вам так скажу, у мене є огромне бажання добитися позитивного результату для сумчан. І більше того, саме головне, у мене є розуміння, як це зробити. Вот смотрите, почему вообще вся эта ситуация так происходит? У нас есть в данном споре три стороны. Первая сторона – это тепловики. Их интерес и цель – это понятное для всех. Заработать деньги. Чем выше тариф, тем больше денег они зарабатывают. Какие к ним, как к бизнесменам, могут быть претензии, собственно. Вторая сторона – это мы с вами, то есть потребители. Наша цель – платить обоснованные экономические тарифы и, естественно, требовать каких-либо расчетов, которые подтверждают это обоснование, этот тариф. И третья сторона – это непосредственно городская власть. Что она должна делать? Во-первых, она должна защищать интересы сумчан, то есть наши с вами, потому что именно мы являемся работодателями. Именно мы их наняли на работу и посадили, усадили в их кресло. И самое главное, они должны быть гарантом законности. Что я имею в виду? Если тепловики нарушают условия договора аренды по ТЭЦ, если они обманывают потребителей, то, естественно, городская власть должна на это незамедлительно реагировать и объяснять им популярным языком, что так делать в этом городе нельзя. Чему тарифом занимаетесь вы? Тобто вы, как представник громады. Логичный вопрос. Наверное, потому что городская власть бездействует. Вы сами посудите. У мэра 7 замов. Ни у премьер-министра нету такого количества заместителей. Ни у главы Верховной Рады. 7 замов. Более 500 чиновников горсовета. И никто, поверьте, ту информацию, которую я сегодня озвучу, никто не удосужился за последние 13-14 лет разобраться в элементарном вопросе, каким образом на сегодняшний день формируется тариф для сумчан и насколько это формирование является законным. Тобто сьогодні влада повинна, скажімо так, фіксувати ці порушення і доводити самостійно до відома постачальників і до відома людей так само. Безусловно, это функция нашей местной власти. Она должна была разобраться, донести свою позицию сумчанам, и все бы вопросы были сняты. Ну что делает власть? У нас кого делегировал городской глава заниматься этим вопросом? Журбу. Он приходил на так называемые эти открытые слушания, которые не состоялись. Ходил там как неприкаянный. На круглых столах, недавно которые были проведены, он сидел на протяжении 2 часов, молчал, ни единого слова не проронил. Собственно, как и сам городской глава. Ни на один вопрос, вот по сути, который мы ставили, ответ не получен. Все вопросы он адресовал к тепловикам. А что тепловики нам скажут нового? Естественно, они будут недоговаривать. Естественно, вот уже сколько раз я говорил, мы просили предоставить документы. Мы просили на круглом столе предоставить документы. Я просил предоставить доказательства вообще того, что открытые слушания состоялись. Потому что это принципиальный вопрос. Если они не состоялись, то и говорить об изменении тарифа просто нет оснований. И что вы думаете? Вот что уже прошло? Понедельник и, грубо говоря, уже вторник, да? Никто не вышел ни со стороны власти, ни со стороны тепловиков и не предоставил истребуемые документы, которые мы ждем на протяжении 2 месяцев. Пан Олександр, ну у меня такие впечатления, что у вас больше претензий до міської влади, ніж до Суми Теплоенерго. Чи я помиляюсь? Да, вы в какой-то степени правы. Ну вот смотрите, у меня есть, конечно, и претензии к тепловикам. Но мои претензии к ним должна озвучивать городская власть, а не сумчане. Они их, скажем так, им передали в пользование нашу ТЭЦ. Вот пусть они с ними сами напрямую разбираются. Мы поставили их в известность, что нас не устраивает первое, второе, третье. Это не, нас не устраивает не просто, знаете, как вот
без конструктива, без каких-то законных оснований мы это говорим просто от себя, да, вот мы их так хотим. Нет. Мы им приводим конкретные нормы законодательства и требуем, чтобы они воздействовали на тепловиков. Ну, тим не менше, от ви критикуєте владу, і тим не менше знову йдете на зустріч з ними. Ми знову будемо чути критику, чи є конструктивні пропозиції? У нас, да, є конкретне рішення проблеми. Мы считаем, что на сегодняшний день, я вам сейчас это докажу, можно не просто оставить тариф, который есть на сегодняшний день, а и вообще его возможно снизить, ну, по мнению специалистов, на 5%. Ну, для начала я предлагаю вообще разобраться в общем, как работает ТЭЦ, хотя бы основные моменты, потому что без этого мы дальше никуда не продвинемся. Ну, давайте. И вообще вот я пришел к вам с доской такой, да? Первый вопрос. На чем нас обворовывают тепловики? Вы сами свидетелями являетесь. Завышение потерь в теплосетях. Ну вот сколько уже было у вас гостей в различных передачах? Все говорят о том, что общая протяженность сетей тепловых в городе – это более там, 300 километров. В год они меняют там, порядка 3-5 километров. Вот и сами посчитайте, сколько необходимо времени, чтобы уменьшить потери. Потому что все эти потери, они ложатся, закладываются в тариф на нас с вами. И они же могут быть необъективными, они их явно завышают. Вот и посчитайте, то есть более 100 лет. А пока мы за такой промежуток времени модернизируем эти все сети, придется модернизировать то, что сейчас модернизируем. То есть это бесконечный какой-то процесс, тупиковая ситуация. И никому дела до этого нету. Второй момент. Нарушение нормативов. Вот есть у меня знакомая, я уверен, она сегодня будет смотреть эту передачу. На протяжении 3 недель она каждое утро мне отписывается. «Саша, я сегодня замерила температуру воды горячей». 39 градусов. По нормативам она должна быть 50 градусов. Она пишет акты претензии, то есть использует все правовые механизмы, которые я ей советую. Но тепловики упорно ничего не делают. Вообще, как будто проблемы не существует. А снова же таки в тариф закладывается, что они поставляют все нам по нормативам. То есть снова же таки обворовывание идет. Самое настоящее. Дальше. Закупка топлива по завышенным ценам. Когда мы вот были на круглом столе, директор, по-моему, Теплоэнерго говорит, что уже на сегодняшний день снова повышается уголь, который они закупают, с компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Но мы же не дураки, мы понимаем, чьи это компании. Это компании олигархов, которые продают тот же самый, возможно, донецкий уголь по завышенным ценам, которые снова-таки закладываются нам в тариф. И самая интересная тема, на которой я вот и хотел бы сегодня остановиться, это незаконная методика распределения затрат топлива на производство тепловой и электрической энергии. Именно в этом моменте власть за последние 14 лет не удосужилась разобраться. А здесь кроется порядка 15-20%, может, даже и больше процентов тарифа. Ну, для начала я предлагаю вообще разобраться, как же работает наша ТЭЦ. Обычным человеческим языком. Все мы понимаем, что ТЭЦ работает на топливе. Яке закупают по завышенным ценам. Да. Это топливо сгорает. Таким образом, вода превращается в пар. Дальше она движется в паровую турбину, раскручивая вал. Этот вал раскручивает ротор электрогенератора, и таким образом тепло превращается в электроэнергию. То есть из всего, что я сказал, нужно запомнить только две вещи. Что наша Сумская ТЭЦ производит не только тепло, но и электроэнергию. Именно на электроэнергии тепловики и зарабатывают свои деньги. А тепло – это уже побочный продукт, который вырабатывается вследствие производства этой электроэнергии. И это тепло им нужно куда-то девать. Ну, грубо говоря, они могут его вообще в атмосферу бесплатно выкинуть. А могут нам, да, отапливать дома. Вот, собственно, самый интересный вопрос в чем? А каким образом затраты этого топлива ложатся на тепло? Да, распределяются между теплом
электроэнергией. Вот здесь и кроется самый важный секрет. Вот, собственно, давайте не будем далеко ходить, сейчас прервемся и посмотрим видео с круглого стола, где был задан вопрос тепловикам. А на основании, да, какой методики вы распределяете затраты топлива на тепло и электроэнергию? Давайте. Конкретно, галузевий керівний документ ГКД 3409-100-2003. Витрати палива на відпущену електричну та теплову енергію при їх комбінованому виробництві на теплових електростанціях. 2003 року діє єдина методика, яка, повторюсь, використовується вся Україна. Другої – ні. Ну, тільки що ми побачили. Вони упорно і довго не хотіли нам признаватися в цій методиці. А эта методика, как оказалось, не совсем законная. Существует на сегодняшний день две методики, условно говоря, которые, между которыми можно выбирать. Да? Это методика 2003 года и методика 1998 года. По какой методике говорят тепловики, что они рассчитывают? По методике 2003 года. Но, как оказалось, разобравшись в этом вопросе, еще в 2004 году тепловики обращались с письмом в НКРЕ. Вот у меня это письмо. По поводу того, какую же методику следует применять при распределении затрат. Методику 1998 года или методику 2003 года. Черным по белому НКРЕ пишет. На сегодняшний день документ, методика 2003 года, не согласован НКРЕ и не зарегистрирован в Минюсте. Таким образом, при расчете тарифа на тепловую и электрическую энергию вам следует руководствоваться методикой 1998 года. Угу. То есть они еще с 2006 года прекрасно знают, не выполняют, да, какой методикой НКРЕ им нужно руководствоваться. Угу. Естественно, сейчас сумчане правильно задаются вопросом, а в чем различие этих методик? Объясняю. Согласно методике, которую они используют 2003 года, большинство затрат на производство электрической энергии тепловой ложатся на нас с вами. То есть мы к их электрической энергии, на которой зарабатываем, отношения не имеем. Мы потребляем, у них берем тепло только. Почему мы должны возмещать им еще затраты на электрическую энергию? Здесь же по методике 98 года затраты распределяются равномерно между теплом и электричеством. Ну, то есть эта методика, грубо говоря, десь 50% можно экономить. Да. То есть эта методика, как минимум, можно ее назвать более справедливой. В денежном эквиваленте, чтобы вы понимали, используя эту методику, тепловики дополнительно на нас перекладывают 150 миллионов гривен. Это по самым скромным подсчетам. На рик? Да, за отопительный сезон. Если мы требуем, используя 98 года методику, то, поверьте мне, тариф ні о якому повищенні тарифу, просто нет смысла говорити. Ну, я так розумію, що ви йдете на зустріч, в принципі, з готовим рішенням. Ось воно. Да. Более того, конечно, сейчас тепловики скажут, та подумаешь, там, письмо 2006 года. Давайте посмотрим. У меня тут, знаете, сколько писем этих. Вот, допустим, возьмем еще одно письмо, адресованное тоже тепловикам, только в другой области. Аналогичный вопрос они задавали. Какой же методикой нужно руководствоваться? И аналогичный ответ. Методика 2003 года не зарегистрирована в установленном законодательством порядке, поэтому оснований использовать ее нету. Идем дальше. 2013 год, уже не четвертый, не шестой, тоже спрашивает человек, какой методикой необходимо руководствоваться? Снова ответ. Методикой 98-го года. Тобто ця методика, вона однакова для всіх ТЕЦ по всій Україні? Да,
Да, более того, я вам скажу, как только мы сейчас это все в публичной плоскости разгоним, я думаю, во всех областях начнется вот такой конструктивный диалог с властями, с тепловиками. Это действительно можно назвать в какой-то степени сенсацией, потому что никто за 14 лет в этом не копался и не разбирался. Вот наша, наши сумские активисты, именно как с точки зрения технологов, да, они в этом вопросе разобрались, а уже я как с точки зрения юридической, да, составляющей докажу, что именно 98-го года методика является законной, а 2003-го нет. И это делаю. Более того, вот у меня есть в руках еще один документ. Это Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. Датированный 16-м годом. Какие чинні галузеві нормативні документи по состоянию на 1.10.16 года? Снова упоминается методика 98-го года и указывается, что именно для Сумы теплоэнерго использовать методику 2003 года нельзя. То есть чорним по білому все написано. Пане Олександре, якщо відверто, ви вірите, що влада і Суми теплоенерго от просто так візьмуть до уваги, до роботи ваш варіант? Тобто і почнуть рахувати за методикою 98-го року? А який у них може бути ще другий варіант? Якщо ми живемо в країні, де той же самий Лисенко розповідає, що він руководствується исключительно законами, то пусть він докаже, що він дійсно не бригадир там, бригады, да, которые укладывают плитку, а действительно мэр, который уважает наши законы, уважает наших жителей. Мы ему уже принесли все готовое на блюдечке. Пусть он заставит тепловиков использовать эту методологию. Если же он считает, что он ничего не будет делать, продолжит, вот, как он сейчас выбрал позицию, я не я, и хата не моя, это все журба, это все тепловики, а я что? А я только с сумчанами. Да врет он все. Все он знает. И не надо прикидываться, манипулировать. Если он считает, что он будет отмалчиваться, без вопросов, придем еще, соберем митинг и придем к нему в кабинет. И оттуда не будем выходить до тех пор, пока он не заставит тепловиков это делать. Еще один маленький момент. Это, скажем так, тоже принципиальный, потому что он сейчас везде ходит и рассказывает, что, снова ж таки, он не он, потому что тариф аргументированный. Об этом сказал научно-исследовательский институт. Имени Бакариуса. Да, имени Бакариуса, или там вот, в частности, киевский, там он не совсем Бакариуса. Ну, это не суть важно. Но он же снова таки манипулирует. Ну, я же не дурак, я же законодательную базу знаю очень хорошо. И когда он говорит, что есть экспертиза, которая подтверждает обоснованность тарифов, то знаете, сумчане, он врет. Немає экспертизы. Вот я вам сейчас просто предоставлю, а вы прочитайте, что здесь написано, заголовок. Висновок экспертного дослідження за результатами... Вот, дальше можно не читать. Все услышали, вот я даже подготовил отдельный по этому поводу плакат. Есть экспертиза, а есть экспертное исследование. Для большинства сумчан кажется, что это синонимы, да? То есть одно и то же. В чем отличие, непонятно. На самом деле, с точки зрения юриспруденции, это абсолютно разные понятия. В чем отличие между экспертизой и экспертным исследованием, которое нам сейчас пытаются навязать? Отличие в том, что согласно закону Украины про судебную экспертизу, согласно инструкции проведения судебных экспертиз, когда эксперт делает экспертизу, он несет уголовную ответственность за дачу неправдивого вывода. Когда же он делает экспертное исследование, как нам сейчас Лысенко показывает все, он никакой ответственности не несет. Поэтому вот этот вывод, который он тут сделал... Будь-які викладені факти можно застосовывать. Да. Никакой ответственности никто не понесет. Он будет рассказывать, что там будут нести ответственность тепловики. Поверьте мне, законодательством нет ответственности, собственно, чтобы тепловики какую-то несли в данном случае. Более того, они ее не понесут. Знаете почему? Тут же что же нужно вчитываться в каждую бумагу, которую он дает? Потому что это сплошные манипуляции. Вот я вам рассказываю. Это экспертное исследование, знаете, это похоже
вот чтобы понятным языком было, проверка контрольной работы по арифметике. Человек взял и посчитал, сколько будет там 10 плюс 10, получается 20. Mm-hmm. Кто-нибудь спорит с тем, что 10 плюс 10 будет 20? Разбучайно. Нет. Эксперт же не исследовал, откуда взяла цифра 10 mm-hmm. и еще одна цифра 10. Mm-hmm. А в этом же и суть заключается. В этом же и суть, потому что, как оказалось, эти цифры можно найти только используя нужную методику. Да. Конечно, если они используют методику 2003 года, то цифры берут, там закладывают. Да, берут 10 плюс 10. А если бы они использовали методику 98 года, то брали бы цифры 5 плюс 5. Пане Олександре, ви говорите про те, що якщо міська влада вкотре не дослухається до ваших вже, скажімо так, юридичних, правових аргументів, ви будете вдаватися до радикальних дій, тобто будете пікетувати, блокувати, а якось інакше не можна вирішити питання? Знаєте, от я, мабуть, останній чоловік, який буде пікетувати щось там, заставляти їх працювати. У мене мирна професія, професія юриста. Цель – защищать интересы людей. Вот я, собственно, этим и занимаюсь. Но позвольте, когда уже используются все возможные правовые механизмы. Вот приведем пример. В прошлом году, я думаю, этот пример будет повторяться и в этом году. Помните, как мы заставляли Лысенко убирать остановки от снега? Мы показывали ему нормативные документы. Мы показывали на собственном примере, как мы сами убираем остановку. И что толку? В конце декабря, по-моему, погиб человек из-за того, что снег не был расчищен. Второй пример. Помните, как тоже мы год назад ходили и говорили, Александр Николаевич, тарифы по ЖЭКам, они тоже являются неаргументированными. Почему неаргументированные? Потому что эти тарифы рассчитываются не на основании тех паспортов на дома и придомовые территории. Они заказали эти техпаспорта, там куча уголовных дел. И снова же таки, эти техпаспорта сделаны как попало, но только на 300 домов. А у нас сколько домов? По-моему, 1800 в городе. Фонда, так. Да, вот. На большую часть домов техпаспорта отсутствуют. Или вот самый яркий, последний пример. Тоже касается тарифов. Тарифов на маршрутке. Сколько мы ему говорили, Александр Николаевич, вы нарушаете закон. Эти все решения ваши, которые вы приняли по поднятию тарифа на проезд, являются незаконными, не соответствуют законодательству. Мы получили судебное решение. Вот, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что оно у нас есть. Вот оно. Дорогое это судебное решение, которое мы отстояли уже в апелляции, оно вступило в силу. Это прецедент. И все решения по каждому перевозчику, они по сути, они все одинаковые. Что Александру Николаевичу, как мэру, нужно сделать. Он должен ухватиться за это драгоценное решение и сказать перевозчикам, ребята, ну вы меня извините. Говоримо мовою закону, так. Да. Ну суд уже сказал, все. А что Александр Николаевич говорит? На мой вопрос, Александр Николаевич, когда вы будете исполнять это решение суда? Он отвечает, а ты, молодой человек, знаешь, сколько проезд в коммунальном транспорте? Это он мне на мой вполне обоснованный вопрос и логичный, отвечает вопросом, который вообще не касается этой темы. У меня вообще такое впечатление, что он, как знаете, попугай, выучил цены ну, там, в магазинах на масло, на хлеб, и ходит и всем хвастается. А я знаю, сколько стоит хлеб, а я знаю, сколько стоит масло. Александр Николаевич, смысл не в том, что вы знаете, сколько что стоит. Ценность власти в том, чтобы знать, как эти цены снижать, как позволить людям платить деньги и покупать себе больше, чем они могут себе позволить на сегодняшний день. Вот в чем ценность власти, а не в том, что вы просто ходите, вот, включаю там даже депутатов, смотрю с Верховной Рады. Ну сидит оно, знаете, в студии, рожа во, и рассказывает он, сколько что стоит. Да кому это вообще интересно? Мы сами знаем, сколько это все стоит, когда ходим в магазины. Вы лучше думайте, как это снижать. Вот, а они почему-то не знают. Вот почему мы знаем, как сумчане, активисты, там Андрей Фролков, Валерий Романенко, Гапунич. Ну почему мы знаем? А они не знают. Почему мы можем за несколько часов разобраться, а они не могут? Ну, давайте підсумуємо, ми повернемося до тарифів. Коротко. Які подальші дії?
ваші? Скажем так, какие наши, наверное, будет точно сказать требования? Ну, во-первых, мы должны заставить Лысенко, а Лысенко, в свою очередь, Тепловиков, использовать правильную методику 98 года распределения затрат топлива на, при производстве электричества и тепла. Второй момент – это принципиальный – уволить своего заместителя Журбу, который поставил подпись под поддельными протоколами по поводу открытых слушаний. И третий момент, это тоже касается тарифов, но на перевозку пассажиров. Исполнить решение суда. Он сейчас будет рассказывать, что он создал еще несколько, подписал новых незаконных решений, и мы должны их в суде оспорить. Да не надо этого делать, мы тут не в спортивную какую-то игру играем. Кто сколько больше выиграет судебных дел, а кто сколько незаконных решений подпишет. Он, как мэр, я ему уже объяснял, есть закон Украины про местное самоуправление в Украине. Если он мэр, то он должен на ближайшую сессию вынести и поставить вопрос отмены решений исполнительного комитета о повышении стоимости проезда. Все, больше ничего не надо. И действительно, если он это сделает, я первый, честно, я первый, кто выйдет и скажет, Александр Николаевич заслуживает уважения. Вот если он это сделает. Ну що ж, ми вам дякуємо за вашу ґрунтовні відповідь. А нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ був правозахисник, голова міської організації політичної партії «За життя» Олександр Соколов. На сьогодні все, втім, лишайтеся з нами, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.